Твою мать. Да. Нет, логика в этом, конечно, есть. Товарищ комиссар, разрешите разыграть вторую карту. Если никаких новых вводных не поступит, будем брать этого. Разрешаю. Товарищ полковник, разрешите обратиться. Что у вас, старшина? Поехал. Товарищ полковник, у нас почтальон пропал. Как это пропал? Ну, вот так и пропал. Ни писем, ни его. 2 дня уже нет. Почему сразу не доложили? Ну, вы торопите, товарищ полковник. А может быть, он просто. Что просто? Ну, мало ли. Ну, выпил человек или заболел. Я к вам, а он вдруг объявился. Вы мне сразу выговор или еще чего похуже. Старшина! Понимаете? Нет его нигде. Всю территорию обыскали. Нет, ни сумки, ни его. Ни ответа, ни привета. Разберемся. Отряд, становись. Отряд, стройся. Отряд, равняйся. Смирно. Товарищ майор, отряд по вашему приказанию построен. Отряд, слушай боевой приказ. Приказ главкома военной контрразведки. Принять меры к ликвидации Адольфа Гитлера. План операции прилагается. Как? Принять меры к ликвидации Адольфа Гитлера. Теперь понятно, зачем нужны снайпера. Вольно. А как к нему подобраться-то?
Это абсолютно нереально. Я все прекрасно понимаю. Но приказы не обсуждают. По оперативным данным, Гитлер приедет в Ставку 23 сентября. Между въездом в Ставку и входом в бункер есть небольшая дорожка. На ней его будет встречать вся челядь. По оперативным данным, Гитлер прибудет в Ставку 23 сентября. Откуда штабе знают, что он приедет 23-го? Семен Ипатьевич, агентурные данные – конек нашего командования. Есть план, разработанный и утвержденный Ставкой. Товарищ командир, вам не кажется странным, что нас послали делать эту карту, а она вот перед нами? Катенька, эта карта очень приблизительная. Но для нашего задания ее вполне достаточно. Весьма приблизительные координаты, но… Пункт прибытия и путь движения объекта весьма точен, плюс-минус 100 метров. Если им удастся проникнуть в эту зону, то возможный вариант – снайперский выстрел. И он должен быть произведен с расстояния не более 500 метров. Не, но как к нему подобраться на 500 метров? В 200 метрах от Ставки есть водонапорная башня. Я считаю, что это очень хорошая позиция для ведения огня. Это идеальное место для ведения огня. А второй снайпер тогда действует по ситуации. Огонь необходимо вести с двух разных сторон, чтобы увеличить вероятность попадания. Для большей вероятности попадания. Значит, если Гитлер прибудет в Ставку 23 числа, если он выйдет из машины у ворот, если его будет встречать личный состав, и если наши снайперы сумеют занять позицию для ведения огня. Это абсолютно нереально. 23 число, у нас осталось менее 2 суток. Да, времени мало. Не слишком ли много «если»? Согласен. Но если все «если» совпадут, то один выстрел. Ну да. Но может решить исход войны. Кстати, а этот план согласован с лицами, говорить, исход войны. Ознакомьтесь. Ясно. Итак, воспользовавшись немецкой формой и документами, мы проникаем за внешний периметр и далее переправляемся через реку. А партизаны совершают диверсию, отвлекая внимание от нашей группы. Это будет происходить в канун приезда Гитлера, то немцы бросят большие силы Винницкого гарнизона на отражение атаки и зачистку территории. Это облегчает движение основной группы. Задача группы – проникнуть в 3-километровую зону. Так точно. Составить там карту и обеспечить отход Лебедева с этой карты к партизанам. А это задание не исключает первое? Не исключает, Семен Ипатьевич. А иначе зачем вы с нами? Как мы попадем в 3-километровую зону? Ну, для этого у нас есть товарищ Гришин. Он нам и укажет путь. Но там-то у меня карты не было. Ну вот бункер. Угу. Мы выходили на восток. Примерно вот 3-километровая зона. На месте смогу показать точнее. После выполнения задания мы должны отойти на обозначенные позиции. Вот сюда. Угу. Хороший план. Отходите. Отходим, капитан, по обстоятельствам. Все ясно? Ясно. Ну что, вполне рабочая версия.
Прошу обратить внимание на этот вкладыш. Без него в трехкилометровой зоне расстрел на месте. А с ним у нас есть пару минут. Я профессор Ненербе. Генрих Зайдер. Зайдер, товарищ майор. Зайдер. Зайдер. Ага. Что смешного? Извините, товарищ командир, просто я всегда был против этих шарлатанов, а теперь оказался одним из них. Ну что, профессор, вы готовы возглавить экспедицию? Служу профессору Рихтхофену. Его очаровательная ассистентка. Я вой. Славянская плодовитость нежелательна. Образование опасно. Смогут они считать? До 100. Каждый образованный русский – наш будущий враг. Товарищ говорит, сержант, можно я вам помогу? Спасибо. Не туго? Хорошо. Товарищ генерал, шифровка от Седова. Давай. Свободен. Группа Седова приступила к выполнению задания. Пора бросать вторую кость. Вызывай, товарищи генералов. Всех. Подготовь пеленгаторы и службу внешнего наблюдения. Думаете, у Крота есть второй радист? Не исключено. Есть. Ну вот она, эта 20-километровая зона. Но отсюда можно только по воздуху или по дороге. По всему периметру, блокпосты. А дальше мины. И ни одного слабого места. Как же ты отсюда выбрался-то? Не знаю. Повезло. Повезло. Счастливчик. Нестеров? Да. С Лебедевым и Катей к шлагбауму. Разыграйте сцену. Постарайтесь сделать без шума. Я Ульман, генерал. Семенов, если что, прикроешь. Гришин, за мной. Береги нас, Семенов. Постараюсь. Лейтенант, вы не могли бы нам помочь? Предъявите ваши документы. Это профессор Ритхофен из Анненербе по личному распоряжению фюрера. Профессор подвернул ногу, а машина, как назло, застряла в болоте. Эти русские леса и болота.
Такие просторы. Извините, профессор, я обязан доложить о вашем приезде. Минуточку. Конечно, лейтенант. Входите, садитесь. Товарищи генералы, с сегодняшнего дня мы переходим ко второй части операции «Охота на Вервольфа». Познакомьтесь. Это и есть наша мишень. Вопросы? Это согласовано? А я здесь для чего? Действуйте по плану. Есть. Наверняка уже объявили общую тревогу. Да, видно, без шума не обойдется. Ну, значит, прядем шум. Отряд, приготовиться к бою! Есть. Thank you.
действительно пропал? Так точно. Лично проверю. 2 дня его никто не видел. Приказ покинуть расположение не получал, увольнительное не примировался, никто во второте в город не подвозил. Значит, почтальон. Что бы все это значило? Это что за писулька? Рапорт, товарищ комиссар. Рапорт. Радиоконтакт не зафиксирован. Наружное наблюдение результатов не дало. Товарищ комиссар, никто из генералов, получив информацию о покушении на Гитлера, не предпринял ни единого шага, чтобы сообщить эту информацию немцам. То есть? Вы так и не поняли, кто из вас крот? Никак нет. Вас самих за это под трибунал. Товарищ комиссар. Что намерены предпринять? Вот список первоочередных мер. Опять в дедукцию играть? Мне нужен результат. Имя! Товарищ комиссар, пора лететь. Иду. Товарищ комиссар, до приезда Гитлера в Ставку остались еще сутки, и, возможно... Сюда воду. Ко мне, быстрее. Воду сюда. Туши, туши. Ты что там делаешь? Иди сюда. Хай Гитлер. Даннер, что тут происходит? Кто это сделал? По нашим данным, колонну расстреляли из немецкого броневика, в котором сидели люди, одетые в немецкую форму. Броневик был угнан с блокпоста. Там было 5 трупов. Даннер, вы помните, что приезжает фюрер? Так точно, господин корвет-капитан. Может быть... Стоит сообщить ему и задержать поезд? Никак нет, господин корвет-капитан. К приезду фюрера диверсанты будут уничтожены. Мы потеряли 3. Русские ушли без потерь. Они действительно профессионалы. Они рвутся к ставке. Значит, им придется переправляться через реку. Мост? На мост не рискнут. Там слишком серьезная охрана. Пойдут вплавь. А мои люди уже встречают их на том берегу. Между ракетами 5 минут. Есть шанс переправиться. Здесь река узкая. Вдруг засада. Нет там никого. Береженого Бог бережет. Отставить разговоры. Thank you.
там что-то. Через реку не пройти. Не пройти. Остается мост. Там точно фрицев до хрена. В 23:00 партизаны должны шумнуть на станции, отвлекая немцев. К этому времени мы должны быть у моста. Который сейчас? 22. Отсюда до моста около 8 километров. Ну и что? Можем не успеть. Должны успеть. Все ясно. О выполнении доложить. Что? Что с почтальоном? Ищем, товарищ генерал. Найди мне его. Есть. Что еще? Партизаны на месте. К заданию готовы. Действуй. Есть. Значит так, ты и ты. Давайте туда. Остальные за мной. Быстрее. За мостом 200 метров прыгаем. Степанович, что за радиограмма была? Если бы не эта радиограмма, мы бы с тобой здесь не ползали. Значит так, трое обходят, двое на вышку. Ты к огнемету, шестеро прикрывают. Подходим, ага. Подрываем и быстро уходим. Нужно устроить шум на этой станции. Ага. Зарицкий.
Значит, все-таки Салов. Салов. Он отвечал за встречу со Связняком. Вы туда. Прочесать лес. Догнать их. Уничтожить. Быстрее. Что это за цирк? Даннер, что вы тут устроили? Партизаны, господин корвет-капитан. Подожгли склад горючего, с боем отступили. Мои люди прочесывают территорию. Вы кретин, Даннер. Какие партизаны? Какой склад? Русские диверсанты рвутся к ставке накануне приезда фюрера, а вы снимаете с постов часть гарнизона и отправляете бегать по лесу? Что вы себе думаете? Так вы уничтожаете врагов. Зачем вам понадобился этот склад? Почему именно сегодня? Скажи ему, скажи! Да пошел ты. Нахрен. Вас провели, Даннер, как ребенка. Это был отвлекающий маневр. Людей вернуть на посты. Усилить охрану. Русских найти и уничтожить. Вам все ясно, Даннер? Так точно, господин корвет-капитан. Полковник Зотов, вы обвиняетесь в измене. Здравия желаю, товарищ генерал. Я вас ждал. Я знал, что вы придете. И зачем придете? Присядьте. Не только вы способны к аналитическому мышлению. Я не предатель. И могу это доказать. Ну, валяйте. Все провалившиеся операции, неудавшиеся покушения на гауляйтера Восточной Пруссии и так далее. Во всех этих операциях я занимался только формированием и подготовкой групп. В детальные планы посвящен не был и поэтому информацию не обладал. А вот в деле охоты на Вервольф я знал все с самого начала. И поэтому не было нужды передавать немцам информацию по чайной ложке в день, тем самым рискуя попасться. Но это все дедукция, как говорит товарищ комиссар. А вот это мое алиби. Что это? Это утонувший радист или пропавший почтальон. Почтальон? Так точно. Крот передал информацию письмом через почтальона. Во как. Наша ошибка была в том, что мы искали крота в высшем командном составе, а не среди исполнителей. Крот в группе, товарищ генерал. Ну и кто он? Письма писали трое. Лебедев,
Нестеров, Седов, Лебедев маловероятно. Еще неделю назад он находился в шарашке. Значит, либо Седов, либо Нестеров. Жаль, что невозможно сообщить группе, что среди них предатель. Нельзя. Седов командир, Нестеров радист. Тем самым мы спугнем крота. Так, разделяемся здесь. Оставшиеся в живых собираемся на этом месте. Крайнее время 17:00. Гришин, Лебедев, ваша задача — составление карты. Вперед, Гришин. А эти снайперы что, без проводника пойдут? Вперед, Гришин. Ты мне Лебедев сбереги. Тихомирова, Семенов, ваша задача — ликвидация Гитлера. Любой ценой. Вопросы есть? Все ясно, командир. Есть, любой ценой. Вперед. В случае провала снайперов Гитлера будут эвакуировать с запасного аэродрома. Там есть склад боеприпасов. По возможности минируем. Молодец. Правильно. Держите. Дневальный, отпустить конвой. Фу. Ну что, можно считать, что операция прошла успешно? И предателя в высшем командном составе нет. А Седов или Нестеров мы узнаем очень просто. Кто вернется? Тот и крот. Точно. В полутора километрах от нас. В ряд. 6 орудий. Укрыты маскировочной сеткой. Тихо! Мы свои. Не лагерные. Понимают русскую речь. Вы были в плену? Был.
За все зверства, что немцы творят с нашими людьми, они будут долго кровью харкать. Не сомневайтесь, профессор. Зло порождает зло. В геополитическом смысле это столкновение двух систем. Национал-социализма и интернационализма. А по-человечески это бессмысленное кровопролитие. Нет, не бессмысленно. Война – зло, а человеческая жизнь – бесценна. А вы философ. Значит, немцы тоже человеки? Да. Гуманная философия. Скажите, а 28 лет назад противоборство каких систем было? И кто мне, по вашей гуманной философии, вернет бесценные жизни моих боевых товарищей? Пока я жив, я этих тварей уничтожать буду. Господи, как мне вас всех жалко. Жалко у пчелки, а пчелка на елке. 12-й квадрат окончили. 8 градусов правее. Не отставайте, профессор. Товарищ майор, там. Вот он, склад. Там за холмом немцы, они. Что? Сам увидишь. Achtung! Los! Что будем делать, командир? Слышишь, надо что-то делать. Да ничего не делать. Наша цель – склад. Отставить! Ну что, Отто, продолжим спор? Господин обер-лейтенант, сувенир. Вот и предмет спора. Твое слово? Три. Я думаю, четыре. Выполняй. Слушаюсь. Господи, я не хочу умирать. Я не хочу. Нельзя, у меня мамка. Не хочу умирать. Не хочу. Я не... Держись, молодой. За нас есть кому отомстить. Унтен. Выше голову. Унтен. Опусти. Ну что, так и будем лежать? Их не спасти. Апштейн! Кэплин, Апштейн! Встать! Ну все, ты как хочешь. Встать, я сказал! Выполняет приказ, Нестеров. Держи. Этим ты меня можешь убить бесшумно. А потом продолжишь выполнять задание. Ты их все равно не спасешь. Конечно, не спасу. Но
А зато они умрут в бою, не как бараны. Ладно. Твой старший, мой выбор. Ахтунг! Целься! Лос! Огонь! Задание провалено. Уходим.